Впервые в этом году по Десногорскому водохранилищу прошла флотилия лодок «Дракон». В ежегодных соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов Смоленской АЭС, профсоюза атомной станции, Смоленской АЭС-сервис, ЭЦМ и АЭР. На их каноэ гордо развивались флаги Победы, Российской Федерации, Единой России, Росэнергоатома, Десногорска, предприятий и общественных организаций города. И несмотря на дождливую погоду, настроение участников и организаторов было на высоте. Ну, сегодня немножко с погодой нам не повезло. Но уверен, от этого настроения хуже не станет. И то, что вы сегодня пришли и приняли участие в фестивале, это говорит о том, что вы не только сильны телом, вы сильны и духом. Открытие сезона для десногорских гребцов означает начало серьезной работы и череды соревнований. Свои навыки в гребле они проявят на чемпионатах и многочисленных выездных кубках. Грандиозные планы в этом году, я не знаю, мы такой объем работы провернули в спортзале с ребятами, с девчатами, то хочется верить, это перельется в хороший спортивный результат летом. Очередной ежегодный заплыв драконов прошел успешно. Все участники показали достойный результат, получили свою порцию адреналина и с нетерпением ждут более благоприятных для заплыва погодных условий. Виолетта Ефименко, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна ТВ.